делают дорогу тут у нас. Что происходит? А, здесь объезд его. Смотри, они здесь что-то копают в этом месте. Трубу прокладывают. Ничего себе. На таком, месте, видишь, трубу кладут вверху. Видать, там будет что-то течь, наверное, тут. Чтобы или... Да. Да, скорее всего, чтобы вода туда утекала. Под трассы, под дорогу. Все заборы за место вот этого вулканического камня здесь, поэтому черного цвета. Все, что здесь не строится, это было. Если из камня, то из черного цвета. А, сейчас мы будем вниз ехать, кажется. А, нет, прямо вниз. Мы уже заехали, получается, да, в этот городок? Нет? А, в область заехали. Сейчас получается с одной стороны мост, мы едем от вниз. Вниз. Мы с одной стороны, мы по одной стороне едем, но мы едем на Фип-остров. Там все сужает суток. Самое интересное, что этот остров напоминает как материк, как Америку. Да, Латинскую Америку. Такой он выглядит точно так же на карте. Сейчас на острове Ла-Пальма находимся. На очень красивом, удивительном острове. Тут у нас местные жители. И зато, смотрите, вот эти автобусы как-то по времени уходят. Нормально ходит, да, по времени? Там постоянно опоздание на 15 минут. Да. Здесь все ровно, да. Здесь мне нравится то, что спокойно. Все ровно, вот все как должно быть. Нету вот этих вот движений, паники какой-то, да, суеты. И очень приятно тут. Так, что там? Задумался. Не знаю даже. Задумался, куда ехать, наверное, сюда. А вот вулкан Санасана. Ага. Мы в этот вулкан едем, да, получается? Так же? Я не знаю, он туда не въезжает. Какие-то работают, какие-то не работают. Какой-то городок мы приехали. Не знаю. Не, пока еще нет. Это просто остановка. Человек там уйти хотел. Нам надо ехать дальше. Так вот конечно считается. Он потом обратно. То есть мы до этого вулкана, получается, не доезжаем, правильно? Тут должен быть еще автобус. А вот туризм здесь какой-то, скорее всего. Спаси меня, на всякий случай. Как это место называется? Фуэнкалента. Это... Посидовый комплект Рус...
сколько? Sí, en una hora. Una hora. Ah, ok. Gracias. Так. Вот так вот, за 2 евро на человека с города Санта-Крус, это остров Ла-Пальма у нас сейчас называется. А вот здесь турист. Ола! Сразу турист. Да, ага. Спроси у нее, как до этого вулкана нам добраться. I think it should be bus that goes over here. Yes. Yeah. Do you have the bus on table of the island? No. No? Okay, I give you. Сейчас в Лос-Канарис. А мы в Лос-Канарис сейчас, ага. Yes. Now in Los Canarios. The next one is at 5 o'clock. From here to the lighthouses. Okay. But if you want, because the last bus to come back is at quarter past 6. You have only 5 minutes to see something there. For this reason, I recommend you maybe to go to the volcano of San Antonio. Yes. We are now here in Los Canarios. You can walk down to the visitor center of the San Antonio volcano. Okay. It's possible to take a walk to the ring of the San Antonio volcano. It's good. And from there, it's possible to see but a few, a small view to the salt pans and the lighthouses. Okay, but anywhere we can come to a volcano. Yes, you can walk down to the volcano, you can take a walk to the ring. Можем пройтись до вулкана. Он говорит, вот это вот. Потому что, говорит, если мы туда поедем, мы потом обратно не успеем, 5 минут у нас будет до сюда автобус. То есть, если мы до конца доедем, поэтому можем здесь прогуляться по вулкану. Давай, отлично. Окей. Muchas gracias. Thank you very much. You're welcome. For you, it's a little information about the salt pans. Okay. Maybe another day, if you have more more time to visit here, this town, I recommend you, for example, to walk down to the lighthouses, to our official path, to this way. And this path lasts about 2.5 hours. Okay. So this is, there is a road. Yes? It's the same way to go down to the volcano of San Antonio. Or to take a bus from here to go down to the lighthouses and to see and or to visit the salt pans. Okay. And salt pans they're here, yes? Yes. Salinas. Next to the lighthouses. Okay. And also one question. If we want to go back to Santa Cruz from here, is it bus coming here? Exactly. The same way, yes. The same way, exactly. Yes. And which is the bus? And there are two lines from here, the line 200 and 201. Yes. And here's the time. Yes. The next one is at 10 to, yes, at 10 to 5 or at 6 or at 10 to 7 or at 8. Okay, yes. Thank you very much. Approximately every 1 hour is possible to take a bus from here to there. Okay, thank you very much. So now if we want to walk, we just go this way? That way and the second street to the left. Second street to the left. And then just we go straight on to go down to the visitor center of the San Antonio volcano. Okay. In only 15 minutes you will be there. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Вот такие вот здесь хорошие люди, приятные. Так, сейчас. Соленые какие-то добычи соли, в общем. Происходит там. Отлично. Так, друзья, пока буду выключаться я сейчас, чтобы беречь камеру. Посмотрим, что за добыча соли. Мы сейчас идем на добычу соли или на остров? На вулкан идем. Попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся, как поняли, на Канарских островах, остров Ла-Пальма.